Острый конец российскому президенту может наступить от его же шаманов. К примеру, миллиардер Александр Субботин скончался после лягушачьей терапии, сообщают российские СМИ. Тело обнаружили в одном из подмосковных домов в мае. К шаманам Субботин обратился, чтобы выйти из запоя. Они лечили клиентов с помощью ядовитой лягушки, приносили жертву животных и купали в крови петуха. Но сердце миллиардера не выдержало. Не брезгует шаманскими ритуалами Путин вместе с министром войны Шойгу. О странном хобби русского диктатора рассказывает карпатская мальфарка. Говорит, Путин просил помощи шаманов, даже чтобы вернуть молодость. Там явно были такие страшные магичные ритуалы, связанные с кровью. Правда, не с людской, хотя я не могу утверждать, что там людской крови не было крови, немовлят, когда он не жалеет кров наших детей. То есть... Він робив такі страшні ритуали, купався в оленячому крові, там теж розп'яли там і медведів. Ще як мінімум два обряди з шаманами Путін, по словам приближених людей, провів перед началом повномасштабної війни в Україні.